Сотрудники полиции МВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий в деревне Шульгино задержали двух мужчин в возрасте 41 и 52 лет, у которых было изъято 13 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что это героин общим весом более килограмма. Кроме того, оперативники обнаружили в телефонах злоумышленников адреса закладок наркотиков. Два тайника с аналогичным порошком были обнаружены в поселке Барвиха.